теперь я нахожусь, уже иду к себе домой, и я уже в этот рюкзак, вот так вот это выглядит. Я могу только извините сверху показать. Ну или с другой стороны давайте. Вот. Так, куда там снимать, я не вижу. Ну, в общем, как-то вот так, ребят. Что хочу сказать. Немножечко вот здесь, действительно, я читал в комментариях, вот здесь поджимает в шее. И действительно, это есть. Все остальное класс. Просто класс. Я туда уже положил буханку царского хлеба. Ну, это примерно, сколько, сантиметров 30. Причем положил на самое дно вот так, продольно. Затем одна пачка сметаны, маленькая, не маленькая, 300 грамм, но сметана там в мягком пакете. И одна в банке сметана в стакане, то же самое, 300 граммовая. Еще маленькая посылочка здесь. И, ну, как вы увидели, да, там совершенно... Кстати, наверное, надо вам и показать, может быть. Давайте. Все, я снимаю вот так просто, элементарно. Давайте я покажу. То есть он совершенно еще не заполнен. Смотрите. Да, здесь у нас хлеб, две сметаны. И вот где-то еще небольшая посылочка должна быть. Ну вот она, небольшая посылочка. И сколько еще места? То есть очень много. Причем я спокойно вешу вот так и прекрасно иду себя чувствую. Замечательный рюкзак. Замечательный. Всем рекомендую. Пока.